как вы встречаете меня торжественно. Вот я хотел бы, во-первых, обратиться ко всем здесь присутствующим, к руководителям областного образования, к благотворителям, которые содействовали строительству, в первую очередь, гимназии, к педагогам, к самим учащимся. Действительно, такое замечательное учреждение появилось в центре Калининграда, под сенью Кафедрального собора. И когда я посещал этот дом, прошлый свой приезд, позапрошлый, то было видно, что это очень хорошее здание. А сейчас вижу, что это здание наполнено детьми в большом количестве, и сердце мое радуется. Потому что те цели, которые мы ставим перед собой с Божьей помощью и с помощью наших благодетелей, мы осуществляем. Я хотел бы всех вас сердечно поблагодарить. Дети, благословение вам всем. Хорошо учитесь, веру в сердце всегда храните, и тогда будете умными, образованными и добрыми, что поможет вам быть счастливыми в жизни. Помогай вам всем Господь. Спасибо.